лишь одна неделя. Но уже совсем скоро он будет давать молоко, из которого здесь, на фермерском хозяйстве Эллы Глебовой, сделают замечательный, уникальный ульяновский сыр. Ульяновский сыр, индейку, выращенную в Сенгилеевском районе, грибы, ягоды, иван-чай и другие товары местные фермеры покажут летом на гастрофестивале «Смородиновский барашек 2023». Рестораторы и фермеры собрались в фермерском хозяйстве Эллы Глебовой, чтобы обсудить подготовку к фестивалю. Его задача – показать уникальность натуральной фермерской продукции Ульяновской области. Организаторы хотят создать новый туристический маршрут, который будет востребован круглый год. И в рамках этого туристического продукта, обсудить, как мы можем создать агротуристический маршрут, как рестораторы хотят в этом поучаствовать, какие продукты мы им должны поставлять, фермеры, в каком формате. Агентство по туризму Ульяновской области решило поддержать фермеров и оказать всестороннюю поддержку гастрофестивалю «Смородиновский барашек 2023». В рамках подготовки к фестивалю будущие участники организовали закупочную сессию фермеров и рестораторов. На территории Сенгилеевского района очень много собственного производства. Здесь у нас есть представители и рыбного хозяйства, страусиная ферма представлена, овечья ферма представлена, да, производство сыров. Благодаря закупочной сессии фермеры, рестораторы и представители туристической отрасли региона познакомились, обсудили планы по коллаборации, узнали, какой вклад каждый из них может внести в создание уникального туристического продукта Сенгилеевского района. В фермерском хозяйстве Ольги Жуковой больше 10 лет выращивают индейку. Мы интересны всем, потому что наша продукция очень вкусное, свежее, и, в принципе, корма, те, которые мы производим, мы ими же и кормим, сбалансированными, все у нас экологически чистое, и находимся мы в зоне экологически чистой. У нас индейка выращивается в лесной зоне и пьет родниковую воду. Рестораторы с интересом знакомились с продукцией местного производства. Дегустация блюд позволила на месте оценить качество и уникальный вкус продуктов от фермеров Сенгилеевского района. Кухня наша туристам очень интересна, гости очень интересуются именно местными производителями. Интересно в первую очередь рыба, сыры, овощи, то есть вот более приземленные такие. Уже летом все желающие смогут посетить гастрофестиваль «Смородиновский барашек 2023». Организаторы обещают гостям много вкусных блюд из натуральных продуктов, яркие фотозоны и интересные мастер-классы от шеф-поваров в красивом и экологически чистом Сенгилеевском районе. Событие пройдет в Ульяновской области уже в начале августа. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ул Правда ТВ.